катает, попробовал. Такая отличка. Ребят, слушайте, не можете велик покараулить, пока в магазин схожу? Брат, ставь, конечно. Доверься нам. Велик в надежных руках. Спасибо, спасибо. Но эта же ситуация могла бы развиваться и по-другому. Слушай, Никитин, ты парень говно, падки на стенке давно голову уже. Ни хрена себе. Твою мать, замок. Пошли отсюда. Говнюк. Какой из этих вариантов вам нравится больше? Лично мне второй, и поэтому я решил приобрести вот этот замок. Почему именно этот? Для меня ключевой в велосипедном замке – это длина его троса. Специальные велосипедные парковки встречаются не везде, а вот деревья или столбы обычно всегда торчат где-нибудь поблизости. Кроме того, иногда требуется прицепить сразу два велосипеда – свой и приятеля, а второго замка нет. Длина троса этого велосипедного замка – 126 см. Этого вполне хватает для решения всех вышеупомянутых задач. Диаметр троса составляет 5 мм, а вместе с пластиковой оболочкой – все 8. Такая толщина не позволит угонщику перерезать трос компактными кусачками с двойным усилием. Запирается трос дисковым замком. Это компактный и простой в использовании замок. В металлическом корпусе замка находится дисковый запирающий механизм. Через набор дисков с прорезью проходит скважина для ключа. Когда родной ключ попадает в скважину, все диски балансируются и замок открывается. При попытке открыть замок чужим ключом, диски не балансируются нужным образом и поворот механизма блокируется. Кстати, производитель рекомендует периодически смазывать механизм секрета синтетическим техническим маслом, а при низких температурах применять размораживатель. Корпус замка состоит из сплава алюминия с кремнием, более известного как силмин. Хоть это не самый крепкий материал, но благодаря ему замок имеет вес всего в 300 грамм, даже меньше. Ах да, в комплекте еще идет 3 ключа финского типа, ну и упаковка. В общем, замком я остался доволен и могу смело рекомендовать его к покупке.